недрах тундры выдры, в гетрах тырит в ведра ядры кедров. Выдрыв с выдры в тундре гетры, вытру выдры ядра кедра. Ну, сегодня 02 июня 2021 года. Нахожусь на узле ресторана «Георг», поворот на Шамару. Вот наша служба несется доблестно. Спрятался за машину почему-то. Вот. Стоят уже здесь с утра. Не знаю, у них разнарядка или еще что-нибудь. Ну, прячется что-то он за это самое. На дороге стоит. Служба идет, как говорится, машины останавливаются. Вот. Ну, зачем остановил на скоростном режиме? Почему-то один остановил, другой пошел. Вот. Тормознул, как говорится. Для чего? Для чего? Зачем? Почему у нас так? Один останавливает, другой идет проверять документы с палочкой. Хорошая служба. Почему, интересно, остановился он на остановке, тоже не понять, для чего останавливается на остановке. Вижу, у вас все хорошо, документики в порядке, все есть, и камера снимает, да? Нет, только диктофон. Да? Тогда счастливого пути вам, до свидания, приезжайте к нам еще в город, все. Проверил, все нормально, все отлично. Все, подошел момент для того, чтобы... отпустить. Создают видимость того, что у нас идет служба. Это тоже хорошо. Чего выглядывает? Интересно, чего он смотрит? Вот чего он смотрит на... Вглядывает так, что вглядывается прямо в машины. Все те же знакомые лица. А парни важности полны. Проводили взглядами. Вот. Очередное. Остановил. Для чего? Пощупать документы. Наверное, скорее всего, какой-то, наверное, щупательный рефлекс, наверное, у них срабатывает. Для того, чтобы перещупать в день какое-то количество... какое-то количество документов.